Ну что, посмотрим на американские деньги. Я думаю, в принципе, доллары и так все уже видели давно. Знаете, самое необычное то, что они у вас в кармане, они у вас в кошельке. Вы их носите, и у вас в кармане не рубли или тугрики. Или, простите, в СНГ какие еще деньги? Гривны, белорусские рубли. А доллары. В принципе, это становится для вас обычные деньги. Десятки, вот обычно я ношу, двадцатки. Сотки ношу редко, потому что они мало где нужны. А это мелочь, в которой я разбирался какого-то хрена очень долго. Потому что здесь другая система. Сейчас покажу. Грязная монетка, простите. Вот, четвертак, 25 центов. Причем здесь не будет надписи 25. Здесь будет надпись четвертак. Вот. Квадр доллар, четверть доллара. Следующая монетка. Тоже без цифр, что самое интересное. One dime. Это 10 центов. One dime. Первое время, когда в Америке, вот как хочешь, так и понимаю это все. И где-то здесь еще 5 центов. Они довольно-таки крупные. Это четвертак. У меня в основном четвертаки. Ну, 5 центов. Это хотя бы написано 5 центов. А то написали бы какой-нибудь там пупсик. И все, и разбирайся как хочешь. Ну, вот они. 4 четвертака, это 1 доллар. Иногда бывает по 1 доллару еще монетки, но это редкость. Их иногда сдают в автомате сдачи. Такие дела.